открываю я протокольчик, чтобы комментировать вам матч, и желаю хорошей всем игры. Главное, чтобы без травм. Открываю счет. Гонзага. 37-й номер с мячом. Сиротин это. Хорошая передача на Кущенко. И Кущенко поливает. 3-2. Результативный. Ой-ой-ой-ой-ой, точным броском отвечают. Уже Гонзага, конечно, не врет. Я думаю, игроки Чикаго максимально с этим согласны. А Гонзага не согласен. Кущенко неточный, сам подбирает. Опять неточно, путбэк. Очки какого? Третьего шанса это? Орлов. Не ошибся. Поэтому сам решай. Замена готовится у Чикаго. Сгоняется Штурбабин. Забил? Да, по-моему. Еще бросок. И там. И штрафные броски нас сейчас с вами ожидают. Первый. Не забивает это. Забивает это Манкин. Второй. А второй точен. 13-8. Федоров не смог обработать мяч. Передача. И Федоров забил. 15-10. Ну ладно, почти все, но большинство мячей, которые они бросают. Проход. Там. Ой-ой-ой. Вот это точно на удачу было. Кущенко. Ай-яй-яй, надо завершать. Сложный бросок, но заходит. 17-14. Первый. Там. Третий. И еще бросок. 19-14. И Величко не забивает, но на путбеке отыгрывается Океан. Скидка, и Величко там два. Атаки Шаровара, Нурмухамедов на Сиротина. Сиротин, ноу-лук. Ой, хе-хей, ноу-лук пас отличный был. 20-19. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть автогол не сделал себе Величко. Но по итогу отзащищаться он тоже не успел. 21. Пискус. Первый бросок точен. Второй. 2 из 2. Хороший процент. Молодец, Пискус продолжает удерживать лидерство своей команды. У Чикаго, как я уже несколько раз повторил, не все пока получается, но вот этот проход был. Бросает Князев. О, у него фамилия совпадает. Князев. 1 из 2. 23-23, полторы минуты. И там есть. Прорвался Орлов, забил 2. Вывел команду вперед. Вот это движение крутое было. Как Сиротин ушел из-под опеки Орлова только что красиво. Там есть еще. Вернулись. Нет, нет, нет. И 1 из 2. В принципе, как и номер, но стричка. Окей. И Сакян.
Орлов получает третье персональное замечание. Ой, Сиротин так обошел всех. И забивает он отлично. Забыл, как девятого номера зовут. Штурбабин. Сейчас Штурбабин проходит, попадает в ребро щита, шаровара подбор и очки второго шанса. И там есть еще. 29-34. Там. 29-35. Очень я рад за Чикаго. Должны они были с самого начала лучше играть, но нет. Не все сразу у них получается. Чикаго в быстром прорыве. 3 в 3 идут. И оставили Саакяна один на один с кольцом. Ему просто нужно было выполнить бросок, что он и сделал. Штрафные пискуса. Первый мимо, второй попал, да? Выходит Величко, выходит Князев. Василий проходит, не забивает. Заброс. Есть, забивает. Дружков. Под кольцо. Проходит и не забивает. Сначала конфеев, а потом пискус. Очки второго шанса. Проход. Атака и есть. Два. Конофеев. Там. 38-42. Дружков. Второй бросок. Блин, но... Не знаю. 38-43 счет. Мешает ему скидка. Саакян. Хорошо двигают мяч и есть Атаманкин. Писали. Бросок там. Четыре персональных у трех игроков у Гонзаги, да? Орлов, Конофеев и Пискус. Любители нарушать сегодня правила, именно они. На троих 12 фолов набрали. Бог ты мой. И Величко. Проход. Атака и есть. У кого? У Пискуса. Все, домой. Я протокол смотрел. Тайм. Иногда типич. Абдул-Вали. Васиев. Почему я его Валиев постоянно? Всем самый добрый вечер. Всех рады приветствовать. Восхитительная игра. Рад, что вы решили зайти посмотреть ее. Есть пока прессингуют плотно. Ой, а это было красиво. Это достойно. Результативность игроков. Ту самую результативность сегодня в Гонзаге. Конопеев. Ой-ой-ой-ой-ой. Два считаются. Ущенко с мячом.
Эх, решил сам поскорить. Кущенко, видимо, 43-59. У Гонзаги я не вижу. Как-то они потухли очень резко. И, в принципе, тяжело им сейчас будет. 45-59, 14 очков. Не засчитали этот бросок сверху. Полторы минуты осталось. Сакян 2. 45-61, 16. Брицин. 46-61, 15. Временем наступило, спин-мув хороший. И там есть.